с вами канал Улица Москвы. Продолжаем прогулочку по Балашихе. Сейчас во втором микрорайоне находимся и на улице Крупешина. Если я правильно поставил ударение, это был руководитель кружка рабочих комсомольцев, работавших на предельной фабрике. Река Пехорка, там вот такой прудик. И мемориал Великой Отечественной. Так, да я здесь еще адрес по улице Советской, но это еще здание, как-либо относящееся к фабрике. Так, ну вот прудик такой красивый. Нет, конечно, такого благоустройства, как в Москве. Берегов. Более так диковато, конечно, все выглядит. Так, а там с той стороны улица Заречная, по тому берегу. Так, ну я вот так вот держу камеру, потому что если вот так, то солнце будет. Остановка, фабрика. Вот взглянем еще на саму фабрику в обратную сторону. Пойдем дальше. Не успеваю, что 11 секунд дали всего. Вот это получается Заречная, да, улица? Ну да, здесь нет ощущения, что это какой-то городской пруд. Бережок довольно такой диковатый. Ну не знаю, это плюс или минус. Может, для кого-то и плюс. Так. Ну да, свернули на улицу Заречная. Пройдемся по ней немножко. Кубышечки вон растут.
парк Заречный. Такой парк.